Именно здесь, в Большом театре, 30 декабря 1922 года открылся исторический первый съезд Советов Союза СССР. Еще до революции Ленин говорил: «Мы хотим единой и нераздельной Республики Российской с твердой властью, но твердая власть дается добровольным согласием народов». И вот он, великий день. В Москву съехались представители свободных, суверенных, равноправных народов, чтобы объединиться навеки. Идею создания добровольного союза выдвинул и сформулировал Ленин. Само название «Союз Советских Социалистических Республик» было предложено им. Для нас святы места, где жил и работал основатель нашего государства. Как очень правильно в ролике показано, это именно историческая хроника. Образование Союза Советских Социалистических Республик – это, конечно же, новогодний подарок вообще всему мировому пролетариату и всем трудящимся Советских Республик. Ну, правда, конечно, процесс шел поэтапно, и об этом тоже мы в последующих видео будем говорить с вами. Одним словом, давайте уже перейдем к тому, с чем я как раз планировал вас познакомить. Это с выступлением товарища Сталина. Секундочку. Вот так вот. Сталин. Об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Доклад на первом съезде Советов СССР 30 декабря 1922 года. Товарищи, в истории советской власти сегодняшний день является переломным. Он кладет вехи между старым, уже пройденным периодом, когда советские республики, хотя и действовали вместе, но шли врозь, занятые прежде всего вопросом своего существования, и новым, уже открывшимся периодом, когда отдельному существованию советских республик кладется конец. Когда республики объединяются в единое союзное государство для успешной борьбы с хозяйственной разрухой, и когда советская власть думает уже не только о существовании, но и о том, чтобы развиться в серьезную международную силу, могущую воздействовать на международную обстановку, могущую изменить ее в интересах трудящихся. Чем была советская власть 5 лет тому назад? Маленькой, едва заметной величиной, вызывавшей насмешки среди всех ее врагов и, к сожалению, у многих ее друзей. Это был период военной разрухи, когда советская власть опиралась не столько на собственные силы, сколько на бессилие своих противников. Когда враги советской власти, разбитые на 2 коалиции, на коалицию австро-германскую и коалицию англо-французскую, заняты были войной между собой и не имели возможности обратить оружие против советской власти. Это был период военной разрухи в истории советской власти. Однако в борьбе с Колчаком и Деникиным советская власть создала Красную армию и вышла из периода военной разрухи с успехом. В дальнейшем открылся второй период в истории советской власти. Период борьбы с хозяйственной разрухой. Этот период далеко еще не исчерпан, но уже дал свои результаты, ибо мы имеем за этот период успешную борьбу советской власти с голодом, постигшим страну в прошлом году. Мы имеем за этот период значительный подъем сельского хозяйства, значительное оживление легкой промышленности. Мы имеем уже выделившиеся кадры командного состава промышленности, составляющую нашу надежду, наше упование. Но всего этого для преодоления хозяйственной разрухи далеко еще недостаточно.
Чтобы разбить и ликвидировать разруху, необходимо сложить силы всех советских республик. Необходимо все финансовые и экономические возможности республик бросить на дело восстановления основных отраслей нашей промышленности. Отсюда необходимость объединения советских республик в одно союзное государство. Сегодня день является днем объединения наших республик в одно государство для сложения сил на дело восстановления нашего хозяйства. Период борьбы с военной разрухой дал нам Красную Армию, одну из основ существования советской власти. Следующий период, период борьбы с хозяйственной разрухой, дает нам новые рамки для государственного существования. Союз Советских Социалистических Республик, который без сомнения подвинет вперед дело восстановления советского хозяйства. Чем является теперь советская власть? Великой трудовой державой, вызывающей среди врагов уже не насмешки, а скрежет зубовный. Таковы итоги развития советской власти за 5 лет ее существования. Но, товарищи, сегодня день является не только итоговым, он является вместе с тем днем торжества новой России над старой, над Россией жандармом Европы, над Россией палачом Азии. Сегодняшний день является днем торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата, разбудившей народы Востока, вдохновляющей рабочих Запада, превративший красный стяг из знамени партийного в знамя государственное и собравший вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство, в Союз Советских Социалистических Республик. Прообраз грядущей мировой Советской Социалистической Республики. Нас, коммунистов, часто ругают, утверждая, что мы не способны строить. Пусть история советской власти за 5 лет ее существования послужит доказательством того, что коммунисты умеют также и строить. Пусть сегодняшний съезд Советов, призванный утвердить декларацию и договор о Союзе Республик, принятый вчера конференцией полномочных делегаций, пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто еще не потерял способность понимать, что коммунисты умеют так же хорошо строить новое, как они умеют хорошо разрушать старое. Вот, товарищи, декларация, принятая вчера конференцией полномочных делегаций. Я ее читаю. Так. Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Со времени образования Советских Республик государства мира раскололись на 2 лагеря. Лагерь капитализма и лагерь социализма. Там в лагере капитализма национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма, взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов. Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальностях путем совмещения свободного развития народов системы эксплуатации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов. Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение империалистов всего мира, внутренних и внешних. Только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству. Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные производительные силы, истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству.
Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании республик. С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения. Наконец, само строение советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью. Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и свободу национального развития народов. Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и единодушно принявших решение об образовании Союза Советских Социалистических Республик, служит надежной порукой в том, что союз этот является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из союза, что доступ в союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую Советскую Республику. Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая незыблемость основ советской власти, нашедших свое выражение в конституциях, уполномочивших нас социалистических советских республик, мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий постановляем подписать договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. А вот и текст договора, принятый той же конференцией. Я его читаю. В скобочках смотрим приложение номер 2. Ну вот, текст договора я уже зачитывать товарищи не буду, потому что он несколько объемный. Вот. При этом, при всем, обязательно его выставим и комментариями, и это самое, к самой теме, чтобы у товарищей была возможность ознакомиться. А так он, также то, что я уже зачитывал сверху, опубликован в полном собрании сочинений Сталин Иосиф Виссарионович в томе 5. И товарищ Сталин свой доклад заканчивает следующими словами. Товарищи, по поручению конференции полномочных делегаций Советских Республик я имею предложить вам утвердить только что прочитанные тексты декларации и договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Товарищи, предлагаю принять их со свойственным коммунистам единодушием и вписать тем новую главу в историю человечества. В скобочках аплодисменты. Одним словом, вот зачитал, познакомил людей, потому что что-то надо даже зачитывать вот так вот полным текстом, так как, к сожалению, вот так вот даже в дискуссиях людям предлагаешь изучить материал, потому что пытаются что-то доказать, какую-то отсебятину, чего-то, понимаете, наслушаются, и говоришь, ну возьми да прочитай, там ведь все черным по белому, все конкретно. И начинаются вот эти разговоры, времени нет и так далее. На какую-то политическую трескотню вот у таких, скажем, товарищей время находится. Но ничего, шаг за шагом, и их тоже надо знакомить. Ну и само собой тоже воспитывать в хорошем смысле этого слова, чтобы сами тоже обязательно читали. Я вот смотрю, сумма у нас по донатам изменилась. Так, а я вот читал и не видел донатов, да? Так, секундочку. Сейчас я в программе обновлю, посмотрю. Так, да, несколько человек у нас поучаствовало. Это вот так, сегодняшний день.
29 запишу себе. Пока вот читал, смотрел. Так, Игорь Парашют. 100 рублей. Перевел. Это Сахалин. Написал комментарий. Сейчас прочитаю. Большое дело делаете, Ренат. Ну, с вашей помощью. С вашей помощью, дорогой. Игорь, кстати, вы у нас на прошлом эфире тоже руку прикладывали. Смотрю, как вы это самое. Не спите, что ли? Вот. Сахалин. У нас-то, я живу в Казани, эфир веду из Казани. У нас время-то московское, а на Сахалине сейчас, мне даже сложно сказать. Там под утро уже время идет. Так, дальше. Одесса. Константин. Запишу, чтобы это в конце тоже людей. Мне так просто удобней. Тоже 100 рублей. Что он у нас написал? Сейчас, секунду. Что-то я тут не совсем. Вот здесь вот так надо. Пора освободить СССР. Полностью с вами Константин согласен. И о 300 рублей поступило из Варшавы. Богумил. Богумил — это имя или это город? Я, честно говоря, не совсем разбираюсь в польских названиях. Еще человек написал это на польском языке, но здесь понятно. За коммунизм. За коммунизм. Да, товарищи из Варшавы и товарищи из Одессы и Игорь Парашют из Сахалина. В моем лице. Самые искренние слова благодарности от всей команды модераторов сообщества МЗСР. А в скором времени модераторов нашего сайта. Потому что сайт как информационная площадка, именно наша, нам обязательно нужен. Так. Далее по нашей программе хочу также вас, товарищи, познакомить с интервью товарища Сталина, которое также опубликовано в 5-м томе полного собрания сочинений. Это то, что касается как раз Союза Советских Социалистических Республик, потому что немало сейчас людей, которые рассказывают, что советские республики были не нужны и так далее и тому подобное. Вот, и даже нагнетают эту обстановку, вводят людей в заблуждение. Ну как не нужны? Это абсолютно была правильная идея, которую товарищам предложил Ленин Владимир Ильич. Само собой, была по этому поводу дискуссия, так как дело колоссальное, крупное, глобальное. То, что касается всего человечества. Вот. И дискуссии, они протекали именно в самой товарищеской обстановке. Это также есть в материалах, то, что опубликовано в полном собрании сочинений Ленина в томе 45. Вот. Да, тоже рекомендую людям ознакомиться. Ну, в комментариях обязательно тоже выставим, чтобы у людей была возможность. Просто всего зачитать невозможно, потому что ограничены временем эфира. Но самое главное, я публикую и еще раз говорю, людям подсказываю, если кто не знает, где найти полное собрание сочинений, том 45. Именно у Ленина Владимира Ильича. То, что касается образования СССР и то, что касается дискуссии. Так как вот многие же никогда не читали Ленина и Сталина. И то, что они знают, тоже не знают то, что им рассказывают. Разные интерпретаторы, понимаете? Которые даже некоторые вроде так за Советский Союз, и вроде как за советскую власть и так далее. Но вот так очень аккуратно подводят людей именно к тем мыслям, которые направляют тоже самое, силы реакции.
Потому что если внимательно тоже изучить жизнь и там, современность многих говорящих голов, вот, которые там, раскручены в интернете и так далее, то мы же простые советские люди, что о них в принципе знаем? Ну, вот, образ, картинка и так далее. А если посмотреть, там, как они связаны с режимом, и должности, и какие звания, и награды получают, и так далее. Ну, в принципе, все будет ясно. Посмотреть, как их родня тоже связана. Ну, многие же почему-то у нас не задумываются об этом. То есть, а думать, оно всегда лучше, чем не думать. Вот. И критический подход никто не отменял. Вот как раз хочу вас познакомить именно с мнением товарища Сталина, который он высказал, потому что это то, что я уже зачитывал, да, это все это его официальные выступления и на съезде и так далее, и то, что он тоже участвовал и на конференции перед, где как раз и договор, и это, декларация и так далее, и тому подобное. Вот. Кстати, Сталин был официально представлен, как и Михаил Калинин от РСФСР. А вот Ленина подписи в этом смысле нет, потому что Ленин это главный идеолог образования Союза Советских Социалистических Республик. Именно вот этой вот модели. Это модель будущего. И она была, конечно же, тоже своевременно принята. Но с точки зрения вот мысли, понимания, Ленин Владимирович, конечно же, обогнал человечество. Потому что даже некоторые сейчас современники, в принципе, вполне себе порядочные люди из нашего приличного советского общества не совсем даже понимают. Но это непонимание связано в первую очередь с тем, что с нехваткой знаний. Потому что никогда не утруждали себя тем, чтобы взять, открыть толстые тома наших классиков, полистать, посмотреть оглавления, найти нужные материалы и вдумчиво изучить их. И в дальнейшем предложить также товарищам ознакомиться и уже обсудить для того, чтобы глубоко осознать идею как раз образования Советского Союза. А так в целом, конечно, это настолько передовой, прогрессивный, революционный шаг, что мы вот робко, лилипутиками только начинаем подходить к глубине, к масштабу самой идеи, так как Советский Союз это будущее всего человечества и все народы мира они будут составлять как раз вот уже единый трудовой многонациональный советский народ, так как социализм это нижняя фаза коммунизма, как мы с вами прекрасно знаем, вот, а коммунизм он строится в поколениях, для этого необходимо воспитать нового человека с новым мышлением, для того, чтобы уже члены общества не страдали теми предрассудками, которыми и мы очень во многом сейчас еще страдаем, заражены и так далее. Но это все идет через просвещение, через как раз и революционное, и одновременно эволюционное развитие. Поэтому, еще раз говорю, вот, обязательно изучайте, сами читайте. Не полагайтесь просто на мнение кого-то. Даже те, которые вот сейчас меня смотрят, понимаете, это самое. Не думайте, что вот раз вы послушали, что вот Ренат вам сказал, это вот работа опубликована там прям. Сами прочитайте, потому что на слух какие-то моменты не уловите. Это даже не к тому, что вы там мне там, не доверяете. Причем здесь я не писал этих работ. Это просто для вас же полезно, понимаете? Иногда даже и, там, после первого прочтения есть ряд вопросов. И полезно сделать какую-то паузу. Это индивидуально, каждый для себя. И тоже, опять же, потом взять и перечитать. Тем более тексты на самом деле, то, что касаются образования СССР и вообще самой идеи,
Союза Советских Социалистических Республик, они ведь не какие-то колоссальные. То есть многие просто думают, если такая толстая книга, что ее за раз надо читать, да начните с малого. Даже вот то, что я сегодня уже упоминал в эфире, то, что опубликовано в 45-м томе у Владимира Ильича Ленина об образовании Союза Советских Социалистических Республик, это в принципе небольшое эссе. Такой, ну там все детально, там все очень предметно и по-ленински лаконично. Хотя Ленин, конечно, иногда очень серьезные по объему работы писал. Ну, Ленин знал, он владел пером, он владел словом, потому что он владел мыслью. Вот. И он знал, где надо, какой объем предложить читателю. То есть достаточный объем для каждого вопроса. Тем более о Советском Союзе товарищ Ленин писал в ряде статей. Но начните с малого. Прочитали одно, через время другое и так далее. А там уже это самое. На самом деле, товарищи, разберетесь. Так вот тоже отмечу себе. Чтобы тоже не пропускать, потому что буду смотреть в текст. Я когда текст читаю, читаю с Word, и вот те донаты, которые поступают, я их, честно говоря, вот вижу только потом через программу, а уже посмотрю. Сейчас у нас вот 4000 рублей. Уже. По чуть-чуть, видите, как говорится, в нашей копилочке к созданию сайта у нас прибавляется. Ну что, товарищи, сейчас давайте тоже по времени смотрю. Познакомимся, это для тех, кто еще не читал Сталина, сейчас мои слова, с его интервью, которое, еще раз говорю, опубликовано, также то, что я читал выше, в томе 5 полного собрания сочинений. Так. Сталин. Вопрос об объединении независимых национальных республик. Беседа с корреспондентом газеты «Правда». Запрошенный нами корреспондент по вопросам, касающимся образования Союза Советских Социалистических Республик, товарищ Сталин дал следующие разъяснения. Вот Сталину корреспондент ставит вопрос. По чьей инициативе началось движение за объединение независимых республик? Товарищ Сталин. Инициатива движения принадлежит самим республикам. Еще месяца три тому назад руководящие круги закавказских республик поставили вопрос о создании единого хозяйственного фронта Советских Социалистических Республик и об объединении их в одно союзное государство. Тогда же был перенесен вопрос на широкие партийные собрания в некоторых районах Азербайджана, Грузии и Армении, вызвавший, как видно из соответствующих резолюций, небывалый энтузиазм. Почти одновременно с этим был возбужден вопрос об объединении на Украине и Белоруссии, вызвавший там среди широких партийных кругов, так же как и в Закавказе, определенно восторженное отношение. Эти обстоятельства, несомненно, говорят о жизненности движения, о том, что вопрос об объединении республик, безусловно, назрел. Корреспондент. Чем вызвано это движение? Каковы его основные мотивы? Товарищ Сталин. Мотивы эти главным образом хозяйственные. Помощь крестьянскому хозяйству, поднятие промышленности, улучшение средств сообщения и связи, финансовые вопросы, вопросы о концессиях и прочих экономических договорах, совместные выступления на заграничных рынках в качестве покупателей или продавцов товаров. Таковы вопросы, породившие движение за образование Союза Республик. Истощение внутренних хозяйственных ресурсов наших республик в результате гражданской войны, с одной стороны, и отсутствие сколько-нибудь серьезного притока заграничного капитала, с другой стороны, создали такую обстановку, при которой
ни одна из наших советских республик не в силах восстановить свое хозяйство своими собственными силами. Это обстоятельство особенно ощутительно теперь, когда советские республики впервые после ликвидации гражданской войны приступили серьезно к разрешению хозяйственных вопросов. И здесь в ходе работы впервые ощутили всю недостаточность изолированных усилий отдельных республик, всю неизбежность соединения этих усилий и хозяйственного объединения республик как единственного пути действительного восстановления промышленности и сельского хозяйства. Но для того, чтобы действительно соединить хозяйственные усилия отдельных республик вплоть до объединения последних в единый хозяйственный союз, необходимо создать соответствующие союзные постоянно действующие органы, могущие направить хозяйственную жизнь этих республик по одному определенному пути. Вот почему старые хозяйственные и торговые договоры этих республик между собой оказались теперь недостаточными. Вот почему движение за союз республик переросло эти договоры и поставило вопрос об объединении республик. Корреспондент. Считаете ли вы эту объединительную тенденцию совершенно новым явлением? Или она имеет свою историю? Товарищ Сталин. Объединительное движение независимых республик не является чем-то неожиданным и, в кавычках, не бывало новым. Оно имеет свою историю. В своем развитии оно, это объединительное движение, прошло уже две фазы. И ныне оно вступило в третью фазу. Первая фаза. Это 1918-1922 годы. Полоса интервенции и гражданской войны, когда существованию республик угрожала смертельная опасность. И когда они, эти республики, вынуждены были объединиться по военной линии для того, чтобы отстоять свое существование. Эта фаза закончилась военным объединением, военным союзом советских республик. Вторая фаза. Это конец 1922 и начало 1922 годов. Полоса Генуи и Гааги. Когда капиталистические державы Запада, разочаровавшись в силе интервенции, попробовали добиться восстановления капиталистической собственности в советских республиках в порядке уже не военном, а дипломатическом. Когда единый дипломатический фронт советских республик явился тем неизбежным средством, без которого невозможно было устоять против натиска западных держав. На этой почве возникло известное соглашение. 8 независимых дружественных республик с РСФСР, заключенная перед открытием Генуэзской конференции, которая нельзя назвать иначе, как дипломатическим объединением советских республик. Так закончилась вторая фаза, фаза дипломатического союза наших республик. Ныне объединительное движение национальных республик вступило в третью фазу, фазу хозяйственное объединение. Нетрудно понять, что третья фаза завершает две предыдущие фазы объединительного движения. Корреспондент. Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней, вроде того, как это имеет место с Дальневосточной республикой? Товарищ Сталин. Нет, не значит, восклицательный знак. Между ДВР, это вот Дальневосточная республика, и поименованными выше национальными республиками существует принципиальная разница. А. В то время как первая образовалась искусственно, в скобочках буфер, по соображениям тактического характера, в скобочках, думали, что буржуазно-демократическая форма послужит надежной гарантией против империалистических поползновении Японии и других держав. И отнюдь не по национальному признаку. Вторые, наоборот, возникли как естественный результат развития соответствующих национальностей, имея своей базой, главным образом, национальный признак. Б. В то время как ДВР можно упразднить, не задевая нисколько национальных интересов ее преобладающего населения,
в скобочках, ибо они такие же русские, как и большинство населения России. Упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения, то есть реакционным донкихотством, вызывающим возражения даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как черносотенец Шульгин. Этим и объясняется, что ДВР могла самоупраздниться, как только она убедилась в непригодности буржуазно-демократической формы, как гарантии против империалистов, превратившись в составную часть России, в область вроде Урала или Сибири, без совнаркома и ЦИК, между тем, как национальные республики, строящие на совершенно иной базе, не могут быть упразднены, не могут быть лишены своего ЦИК и совнаркома, своей национальной основы. Пока существуют национальности, их породившие, пока существует национальный язык, национальная культура, быт, нравы, обычаи. Вот почему объединение национальных советских республик в одно союзное государство не может завершиться воссоединением, слиянием их с Россией. Корреспондент. Каковы, по-вашему, характер, форма объединения республик в единый союз? Товарищ Сталин. Характер объединения должен быть добровольным, исключительно добровольным, составлением за каждой национальной республикой права выхода из состава Союза. Принцип добровольности должен быть положен таким образом в основу договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Договор об объединении заключают РСФСР, Закавказская Федерация, тоже как целостное федеральное образование, Украина и Белоруссия, Бухара и Хорезм, как не социалистические, а только народные советские республики, возможно, останутся вне этого объединения до того времени, пока естественное развитие не преобразует их в социалистические республики. Высшие органы Союза Советских Социалистических Республик, Союз ЦИК, выбираемые входящими в состав Союза республиками, пропорционально представляемого ими населения. Союзный совнарком и выбираемый союзным ЦИК, как его исполнительный орган. Функции союзного ЦИК – выработка основных руководящих начал политической и хозяйственной жизни республик и федераций, входящих в состав Союза. Функции союзного совнаркома. А. Непосредственное и безраздельное ведение военными иностранными ведения, военными иностранными внешнеторговыми, железнодорожными и почтово-телеграфными делами Союза. Б. Руководство деятельностью финансового, продовольственного, совнархозовского, трудового и инспекционного комиссариатов Республик и Федераций, входящих в состав Союза, причем комиссариаты внутренних дел, земледелия, просвещения и юстиции, собес и народного здравия этих республик и федераций остаются в безраздельном и непосредственном ведении этих последних. Такова, по-моему, общая форма объединения в Союз республик, насколько можно ее нащупать в ходе объединительного движения национальных республик. Существует мнение о необходимости создания, кроме двух союзных органов, ЦИК и СНК, еще третьего союзного органа, промежуточного между ними, так сказать, верхней палаты с представительством от национальностей, поровну от каждой, но это мнение, несомненно, не встретит сочувствия в национальных республиках, хотя бы потому, что двухпалатная система при наличии верхней палаты несовместима с советским строительством, по крайней мере, на данной стадии его развития. Корреспондент. Как скоро может осуществиться, по-вашему, Союз республик и каково его международное значение? Товарищ Сталин. Я думаю, что день образования Союза республик не за горами. Вполне возможно, что образование Союза совпадет с предстоящим созывом 10-го съезда Советов РСФСР. Что касается
международного значения этого союза, то оно едва ли нуждается в особых пояснениях. Если военный союз Советских Республик в период гражданской войны дал нам возможность отбить военное вмешательство наших врагов, а дипломатический союз этих республик в период Генуи и Гааги облегчил нам борьбу с дипломатическим натиском Антанты, то объединение Советских Республик в одно союзное государство, несомненно, создаст такую форму всестороннего военно-хозяйственного сотрудничества, которое в корне облегчив хозяйственные преуспеяния Советских Республик, превратит их в цитадель против покушений со стороны международного капитализма. Вот такое вот, товарищи, вот интервью, которое товарищ Сталин дал газете «Правда». И опубликовано оно в «Правде». Это 261 номер. От 18 ноября 1922 года. Получается, после этого интервью, буквально через месяц с хвостиком, у нас уже пошел процесс как раз вот образования СССР. И как раз днем рождения является 30 декабря. Просто многие люди, они путают 7 ноября 1917 года. Именно как многие считают, что это не просто была Великая Октябрьская Социалистическая Республика, но и то, что уже вот Советский Союз был образован. Нет, это, конечно же, заблуждение. И людей надо просвещать, чтобы они как раз вот знали, когда, что началось, какие процессы исторические. Тем более, это же история нашей Родины. Более того, образование такого великого государства, как Союз Советских Социалистических Республик, это, конечно же, дело планетарного масштаба. Это касается напрямую, непосредственно всего человечества. Просто вот когда вот людей знакомишь с материалами, предлагаешь им тоже почитать, потом обсуждаешь, даже поражаешься их некоторому удивлению. То есть они начинают смотреть на ситуацию абсолютно диаметрально противоположно тому, как они смотрели до того, как вот прикоснулись к историческим фактам, к материалам. Потому как у большинства, у подавляющего большинства, понимание ситуации связано с тем, что просто вот они слушают, им вот рассказывают, накручивают, наверчивают. И само собой, ведь Владимир Ильич не случайно огромное значение в борьбе за дело трудящихся уделял борьбе с оппортунистами. Это абсолютно правильно. И сейчас на просторах, в том числе интернета, вот таких вот вроде бы очень красных и так далее, очень вроде бы очень коммунистических, даже которые там страдают индоктринерством и так далее, хватает, которые накручивают, нам навязывают совершенно иные отношения. Еще и пытаются через вот такие вот свои махинации выкручивать, рассказывая, что вот, а вот Сталин вот, вот так хотел, Сталин был против национальных республик. Понимаете? Ну как же против? Совсем не против, а наоборот за. Абсолютно за. Я даже еще раз этот момент зачитаю. А так всем говорю, что важно самим прочитать. Не устану повторять. В томе 5
полного собрания сочинений Сталин Иосиф Виссарионович. Материал называется «Вопрос об объединении независимых национальных республик». Беседа с корреспондентом газеты «Правда». Потому как немало людей, которые начинают тоже накручивать что-то и так далее, в национальном вопросе вторят, по большому счету, режимом буржуазным, прививая нам такие настроения, которые, конечно же, абсолютно не в интересах нас, трудящихся. Наши интересы, они описаны в трудах Ленина и Сталина. Что там придумывать, выдумывать? И тем более, правоту коммунистов-большевиков советский народ героически доказал в годы Великой Отечественной войны. Когда вот представители различных национальностей плечом к плечу встали на защиту идеалов октября. И отстояли нашу великую советскую родину. А так вот то, что я вот начал, насчет то, что у некоторых есть товарищи, скажем, путаница в голове 7 ноября и не знают абсолютно дату 30 декабря. Такой момент, конечно же, видите, ну, честно говоря, серьезно присутствует. Потому что и в комментариях вот, в сообществе МССР мне достаточно часто вот, даже приходится читать такие моменты, что вот СССР первое в мире социалистическое государство. Товарищи, первое в мире социалистическое государство это РСФСР. Вот как раз днем создания РСФСР справедливо мы считаем как раз 7 ноября. То есть для нас, жителей России, 7 ноября это не только день Великой Октябрьской социалистической революции, хотя это само собой так, но в то же время и день рождения новой России, понимаете, именно советской социалистической России, России на абсолютно иных принципах. Ну, некоторые не хотят, чтобы широкие массы это осознавали, потому что, само собой, людей надо пробуждать, просвещать, и чтобы вот именно День России мы праздновали 7 ноября, а не в те даты, которые нам, в общем, это самое, понавязывали там изменники и предатели нашей Родины, такие как там ЕБН, это Ельцин Борис Николаевич, вот так справедливо называли в определенных кругах. Вот. И по поводу как раз вот национального характера республик, позвольте мне еще раз для закрепления, потому что это сейчас ведь немало даже таких, которые вроде бы и за советское, вроде за коммунистическое, а на самом деле переполнены таким просто великодержавным шовинизмом, что пообщавшись с подобными, даже начинается рвотный, справедливый рефлекс. Ну, потому что это не наши принципы советские. И чтобы глубоко понять их, я также рекомендую прочесть, я уже до этого рекомендовал и буду повторять, пока мы не добьемся освобождения нашей Родины. В Большой советской энциклопедии есть статья, которая так и называется «Советский народ». И там вот как раз вот тоже очень серьезные моменты отражены для понимания и национального, и интернационального. Потому что там понаслушались некоторых, и такое начинают раскручивать, что поражаешься. Вот видите, корреспондент газеты «Правда», вот, еще раз зачитываю, вопрос товарищу Сталину. Считаете ли вы эту объединительную тенденцию совершенно новым явлением, или она имеет свою историю? Товарищ Сталин твердо, здесь
нету, понимаете, никакой двоякости. Абсолютно. Четкий, конкретный товарищ Сталин дает ответ. Без, то что я говорю, без двойственности, да, и половинчатости. Объединительное движение независимых республик не является чем-то неожиданным и в кавычках небывало новым. Оно имеет свою, это история, это про фазы. Так, это я немножко не там вопрос зачитал. Вот, то что касается национального, то чуть-чуть прокрутил, но ничего страшного. Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней, вроде того, как это и место с Дальневосточной республикой? Потому что, видите, накручивают и сейчас эти вопросы, что то есть советская власть, без национальных республик и так далее и тому подобное. Это вот именно закладывают, я вот от себя тоже скажу, вот сейчас несколько мыслей и зачитаю. Тем более, в принципе, временем располагаем. Так, пока я тут смотрел в Word, смотрю, у нас по донатам изменилось на 100 рублей. Сейчас извиняюсь, товарищи, потому что, видите, просто смотрю монитор, вот именно в работу товарища Сталина. У Льви из Баку 100 рублей. У Льви из Баку. С днем. С днем рождения, Советский Союз. Это полностью, да? Комментарий. 100 рублей. Так, дорогой, уважаемый товарищ Ульви из солнечного города Баку. Вас, как и предыдущих донатеров, в моем лице, от всего коллектива модераторов сообщества МССР, благодарю за то, что приложили руку к благородному делу, созданию сайта. И, конечно же, за поздравление с днем рождения нашей любимой советской Родины. Никогда, кстати, не бывал в Азербайджанской Советской Социалистической Республике. Ну, впрочем, как не бывал ни в одной из закавказских, ни в Грузинской Советской Социалистической Республике не бывал, ни в Армянской. Очень хочу побывать. И, конечно, хотелось бы, чтобы уже полностью освободить, восстановить нашу любимую советскую родину, за которую сражались и слагали головы, в том числе и многие мои родственники. И, конечно же, приехать, пообщаться тоже с людьми и из Баку, и из Тбилиси, и из Еревана. Именно прям на месте прикоснуться к древним, глубоким своими корнями, красивым национальным, уникальным культурам и, конечно же, попробовать национальную кухню. Как без этого тоже посетить какие-то исторические места, тем более, когда тоже смотрю хронику советскую, видно же просто, какие прекраснейшие места. Одним словом, и с людьми пообщаться, и себя просветить, и вот так посмотреть, и вообще впечатлений набраться. Поэтому благодарю вас еще раз, дорогой Льви. Я думаю, что товарищ из Баку полностью разделяет то, о чем писал, то есть о чем говорил товарищ Сталин именно корреспонденту. Вернусь еще раз. Вот, интересуется корреспондент. Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней, вроде того, как это имеет место с Дальневосточной республикой? Вот немножко это самое, в хорошем смысле сбился, потому что поблагодарить человека это важно, это принципиально. Так вот я говорю, вот в определенных кругах вот это вот навязывается настроение о том, что национальные республики не нужны, что это было абсолютно ошибочно и так далее и тому подобное. Я, конечно, с этим не согласен, потому что
многие люди, они вот ограничены, да, потому что вот им навязывают вот узость мышления. Понимаете? Потому что надо смотреть масштабно, надо смотреть широко, надо глубже изучать, товарищи, вопросы. Чтобы вот как раз вот эти шоры, понимаете, не навязывали, потому что вот это, вот когда вы не понимаете вот так вопрос крупно, получается, вы пребываете в определенном таком узком мирке, понимаете? И вот этот узкий мир вот такой суженный, понимаете, и так далее. И, конечно же, это позволяет манипулировать вами, навязывать вам абсолютно ложные представления. Тем самым, ну, выход один, просвещение. Надо просто разобраться, надо просто вот так изучить, найти время. Тем более, еще раз говорю, материалы, они по объему небольшие. Прочитать с товарищами, обсудить, подискутировать, это тоже хорошо. И понимать главную цель. О чем, кстати, вот и в докладе у товарища Сталина было хорошо сказано, что наша задача — это именно уже мировой, как раз мировая советская социалистическая, да, республика такая, состоящая как раз вот из республик, это именно глобальный наш момент, который отображен на гербе нашей Родины, где вся планета Земля едина. Просто будут прибавляться в дальнейшем ленточки на колосье, на их уже языках. Замечательно, вот, например, на французском будет написано, там, пролетарии всех стран, соединяйтесь, на вьетнамском, на немецком, на английском и так далее. Потому что обязательно поддержим, поможем товарищам, трудящимся из всех стран, освободиться от как раз гнета угнетателей, эксплуататоров. Это само собой. Это просто наша святая обязанность, именно святая в хорошем смысле этого слова. Поэтому Советский Союз — это будущее человечества. Как иначе? И Ленин, и товарищи его, соратники, большевики, коммунисты, они, закладывая вот именно формат Советского Союза, смотрели в грядущее, понимаете? Они просто вот, для некоторых вот думают, что вот нам вот сейчас вот освободиться вроде, вот он есть там, а там что? Да никто нас никогда в покое не оставит, товарищ. Тем более, надо же тоже планету Земля воспринимать целостно. Это же и это самое, и, я говорю, и течение, и роза ветров, и так далее. Тут невозможно оградиться от планет, тем более это наша планета, чем мы должны ограждаться? Почему мы вообще должны позволять, понимаете, разным там туранчоксам, как такие ревнители названы в прекрасном советском фильме, вот, «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова. Вот. Они же, если им позволить, они полностью до истребления доведут. Поэтому задача, да, у нас для начала — это хотя бы одну республику освободить. Вот. В дальнейшем все республики Советского Союза. И на базе социализма уже это самое, помогать народам мира выходить из кабалы, чтобы по доброй воле люди устанавливали советскую власть уже как социалистические территории. Опять же, по готовности выходили с предложением, что а вот мы хотим там стать 16-й республикой, 17-й республикой и так далее. И тем самым территория, которую грабят, эксплуатируют, угнетают от силы реакции, мировой империализм, она, естественно, ихняя база будет уменьшаться, они будут слабеть, а наши силы будут крепнуть и множиться. И это приведет к тому, что процессы значительно ускорятся. Более того, мы же все-таки с вами уже живем в 19-м, то есть не в 19-м столетии, я хотел сказать, а именно в 21-м веке. Ну же, давайте, товарищи, это самое, как-то
стараться думать умно и подходить к вопросам деловито, а не вот так вот, понимаете, просто вот. Ну, это вот проблема именно, вот именно узкий мир головного мозга, это колоссальная проблема, понимаете. Масштабно, широко надо смотреть, то есть вылечить себя от этого узкого мира головного мозга, это прям целое заболевание. Это можно как раз вот только посредством просвещения. Поэтому это, не скупитесь, товарищи, если сами изучили вопрос, обязательно это самое поделитесь. Сам прочитал, как говорится, работу Ленина, работу Сталина. Приложи руку, чтобы другие товарищи тоже прочли, ознакомились. Вот. И не только вот, которые окружают поблизости, а масштабно, в целом, следовательно, встает вопрос, нужны ли нам наши площадки, наши ресурсы, наши сайты и так далее. Конечно, нужны. Конечно. Потому что интернетом пользуется все больше и больше населения, и он становится все более доступным. Правда, конечно, сейчас крутят, вертят буржуины так, что это самое, скоро тоже новые там пакеты, как они их назовут, ну, яровых, не яровых, в общем, каких-нибудь озимых, не озимых, вот. Нам навяжут, само собой, но это же не значит, что мы должны, да, как говорится, сидеть ровно и сложить руки, опустить их до земли и прекратить нашу борьбу. Нет, конечно. Это не наши методы. Так вот, еще раз зачитаю вопрос для закрепления. Вопрос корреспондента газеты «Правда» товарищу Сталину. Не следует ли из этого, что объединение республик закончится воссоединением с Россией, слиянием с ней, вроде того, как это имеет место с Дальневосточной республикой? Иосиф Виссарионович. Нет, не значит. И прямо видите, это не случайно прям поставлен восклицательный знак. То есть не просто, да, вот, ну нет, не значит. А именно восклицательный знак поставлен в самой статье. Поэтому каждый сомневающийся, пожалуйста, заходите, открывайте и в интернете полное собрание сочинений, том 5, и внимательно смотрите. Между ДВР и поименованными выше национальными республиками существует принципиальная разница. Двоеточие. А. В то время как первая образовалась искусственно, в скобочках, буфер, по соображениям тактического характера, в скобочках, думали, что буржуазно-демократическая форма послужит надежной гарантией против империалистических поползновений Японии и других держав, и отнюдь не по национальному признаку. Вторые, наоборот, возникли как естественный результат развития соответствующих национальностей, имея своей базой главным образом национальный признак. Б. В то время как ДВР можно упразднить, не задевая нисколько национальных интересов ее преобладающего населения, в скобочках, ибо они такие же русские, как и большинство населения России. Упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения, то есть реакционным донкихотством, вызывающим возражения даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как черносотенец Шульгин. Этим и объясняется, что ДВР могла самоупраздниться, как только она убедилась в непригодности буржуазно-демократической формы, как гарантии против империалистов, превратившую составную часть России в область вроде Урала или Сибири, без совнаркома и ЦИК, между тем, как национальные республики, строящиеся на совершенно иной базе, не могут быть упразднены, не могут быть лишены своего ЦИК и совнаркома, своей национальной основы, пока существуют национальности, их породившие, пока существуют национальный язык, национальная культура, быт, нравы, обычаи. Вот почему объединение национальных советских республик в одно союзное государство не может завершиться воссоединением, слиянием их с Россией. Я понимаю, что для некоторых людей
Потому что вот я вот когда вот тоже поднимаю такие вот вопросы в дискуссиях, разговариваю с товарищем, многие, еще раз говорю, на самом деле порядочные люди, просто ну, по ряду вопросов невежественные. Потому что вот такая вот есть дурацкая на самом деле привычка, здесь вещи давайте называть своими именами, полагаться на чье-то авторитетное мнение. И на чье? Ну вот есть такие говорящие головы, которые из раза в раз на радиостанциях, на телевидении, вот раз, вот Сталин хотел, Сталин был против, Сталин, ну где против? Ну я кому должен верить? Например, какому-нибудь там соловьиному помету, понимаете, что льют вот просто на головы, в уши заливают. Когда вот такими вот вещами просто-напросто это самое оболванивают людей, еще раз говорю, вот это самое, вместо того, чтобы через просвещение там расширять в массах как раз вот кругозор, чтобы это самое, человек тоже это самое не фрагментарно, а именно целостно, масштабно воспринимал. Нет, они вот как раз способствуют, вот чему они способствуют? Вот этому формированию как раз вот этого, вот этой узости, понимаете? То, что и называется узкий мир. Это болезнь, узкий мир, страшная на самом деле болезнь. Более того, она к чему ведет? К шовинизму. А шовинизм уже в последующих формах, если он начинает прогрессировать, он ведет к фашизму. А фашизм, как справедливо сказано, опять же, в Большой советской энциклопедии уже, в самой своей оголтелой форме, ведет к нацизму. Это же тоже надо брать, читать и изучать. А мы как раз большевики-коммунисты, мы за что? Мы всегда за людей, за интересы трудящихся. И Ленин в своих трудах, и особенно товарищ Сталин, потому что именно если по вопросам, как я упоминал сегодня, оппортунизма, Владимир Ленин, это очень много работ написал, и даже сложно перечислить, где он так или иначе вот этот вопрос поднимал, именно вопрос оппортунизма, то столько работ, касающихся национального вопроса, как товарищ Сталин, никто точно уж точно не написал. Я даже уверен здесь, что столько вот, потому что вот даже открывайте вот тома, например, читайте и вот тоже будете на самом деле поражены. Смотришь там и в том томе, и в том, и в том, и в последующем. Даже в лекциях, которые мы обязательно будем с вами, товарищи, разбирать, вот тоже в эфирах, в моей авторской передаче «Революция сознания», где последовательно тоже зачитаем, проговорим как раз вот работы, то, что касается о ленинизме. Это вот эти лекции, ну, для тех, кто вообще уже готов, вот не ждет, понимаете, чтобы мы прочитали и так далее. А уже сам готов. Это вот, вот это самое замечательное, когда люди вот они прям жаждут, вот это жажда познания, когда человек говорит, я хочу разобраться. Вот это вот самое-самое на самом деле принципиально важное. Это сразу даю подсказку, товарищескую подсказку, именно в шестом томе. Там все четко у товарища Сталина написано. Я вот тоже сейчас, кстати, открою шестой том. И это как раз вот работа называется «Об основах ленинизма». Кто изучает ленинизм, вот, и даже, видите, написано «Ленинскому призыву посвящаю» Иосиф Сталин. И вот там товарищ Сталин какие вопросы разбирает. Само собой, первая его лекция – это «Исторические корни ленинизма». Вторая – «Метод». Так, товарищи. Третья теория. Третья теория. Вот такая, видите, серьезная. Ну, конечно, без теории нам смерть, поэтому она и по объему значительно больше, чем первая. Потом четвертая – «Диктатура пролетариата» лекция. Даже.
Пятое – крестьянский вопрос. Шестая – национальный вопрос. Видите, даже товарищ Сталин в шестой лекции ставит из этой темы и берут два главных вопроса. А – постановка вопроса. Б – освободительное движение угнетенных народов и пролетарская революция. Вот очень подробно все это дело разбирается. Еще много у товарища Сталина работ, которые, еще раз говорю, касаются национального вопроса. Седьмая лекция – это стратегия и тактика. Вот да, семь лекций. Тоже рекомендую ознакомиться. Дело важное. Так, сколько у нас там времени? 38 минут. Ну, давайте еще минут 10 посидим. Потом уже традиционно послушаем парочку прекрасных песен. Тем более, вот осталось у нас, ну вот, еще раз говорю, у нас в Казани время московское. И буквально 2 часа с копеечками, и уже наступит 30 декабря, день рождения, день образования Союза Советских Социалистических Республик. Прекрасный, конечно же, день. Надо уделять этому внимание, изучать и еще раз изучать. Потому что если вот мы начнем изучать, следовательно, мы будем с вами двигаться по-ленински, так как он нас призывал учиться, еще раз учиться. Некоторые даже говорят, а разве Ленин на самом деле эту фразу когда-то произносил, и даже не единожды, ну, немножко в измененных формах, но вот в работах Ленина, конечно, все это есть. Это абсолютно правильно. А как это самое? Учение свет. Иначе будут вот так вот обкручивать, водить вокруг пальца и все остальное. И закладывать такие основы, чтобы это препятствовало объединению у нас, понимаете. Даже вот сейчас тоже такой момент. Хочу вам предложить задуматься. Вот, обратили внимание, что некоторые начинают рассказывать там о так называемом социальном государстве, то есть не о социалистическом, а о социальном. Ну, то есть это где рабы такие, понимаете, более-менее ухоженные, но они не являются свободными людьми, потому что наша задача — это именно социалистическая, чтобы была республика, а не просто социальная, а социалистическая, следовательно, значит, это самое. Никакой эксплуатации человека человеком и никакой частной собственности. А эти есть определенные силы реакции, которые, ну, из себя строят таких патриотично настроенных и так далее. И даже к определенным кругам режима, вроде как в оппозиции, но они в оппозиции по отношению друг к другу, а не по отношению к формату. Форматы их устраивают. Просто некоторые считают, что рабов надо как-то это самое кормить. Вот так, извиняюсь. Я не понял, почему донат-то не виден был. 4400. Что у меня в настройках, не могу понять. Сейчас, секундочку. Что у меня опять в настройках? Так, это... Вот, 2 доната пришло, пока я тут это самое зачитывал. Так, из Алматы до Миля. Вот. Комментарий. Мы снова с вами, Ренат Засер. 200 рублей. Сейчас. Что в программу не заходить? И 100 рублей из Омска.
Омск. Омск, Россия. Так, человек не подписался, да, именем? Что написал? Люблю наш советский народ. Ксения. А, Ксения, да, вы подписались, Ксения. Полностью, Ксения, дорогая из Омска, полностью разделяю ваши глубокие и светлые чувства. Тоже люблю бесконечно наш трудовой многонациональный советский народ, который, вот как я сегодня зачитывал, тоже о герое Советского Союза, о Суфее Хазеевиче из Башкирской АССР, который, как и миллионы других советских людей, стал на защиту нашей Родины. Вот. Потому что сам являюсь, конечно же, частичкой этого народа. А какого народа? Сейчас понимаете, нам ведь буржуазия, вот советского народа нет. Нет советского народа, нам прям внушают, понимаете? А вот ничего у вас не получится. Сейчас еще раз обновлю, а то будет неудобно, если кого-то это самое позабыл. То есть нам вот внушают, нет советского народа. Ну как нет, я советский человек, у меня вот товарищи советские люди. А наше общество, мы как называемся? Не советский народ, а кто? То есть вот так прям нагло, наверное, нет у вас. Нет, может, вас нету, а мы есть. Как это? Вот я есть, вот я свидетельствую в прямом эфире о том, что я, Ринат Сибагатуллин, советский человек, простой советский человек, понимаете? И я есть. Есть мои родные и близкие, которые тоже себя считают советскими людьми. Есть мои товарищи, соратники, единомышленники. И нас на самом деле миллионы, понимаете? Понятное дело, что нам там никто не предоставит там телевизионный эфир и так далее, и так далее. А будут именно своим шлаком его заполнять. А в наши ряды это самое подкидывать, засовывать, раскручивать разных там оппортунистов, которые будут рассказывать такие вещи, которые многим принимаются даже это самое, и симпатичные, и так далее. Но уводить нас в такие тупики, такое закладывать, что вот вроде бы это самое, давайте немножечко сейчас посоциальнее будем, да, пусть это самое, бараны обрастут шерстью, а мы через время их опять подстрижем, потому что уже грабить особо нечего, понимаете, уже так просто ограбили. Осталось только уже это самое окончательно сказать, что вообще пенсии нет, вообще никаких социальных, это самое. И как у Чиполлино там это самое, уже и за дождь, и за воздух, и за все, понимаете. И даже за то, что это самое там родился. А еще если подумал как-то иначе, так это самое штрафовать. Ну, в принципе, если это самое опустим руки и не будем вести принципиально нашу борьбу, то к этому все дело и идет. Но мы не допустим на самом деле. Потому что все больше и больше советских людей пробуждается. Просто видите это самое. В чем тоже сейчас проблема? То есть разделено. У тех людей, у которых вот есть теоретические познания, да, например, в нашей коммунистической идеологии и так далее. Но их отодвигают от советского патриотизма. Ну, чтобы они только копались в вопросах диктатуры пролетариата. И все. А советское это все в прошлом. Все. Советское сдохло и так далее. Нет, не сдохло. Нет, не сдохло. А наоборот, пробуждается. Вот. А среди людей, которые себя многие считают советскими, и правильно считают, но им через определенные структуры и так далее внушают идею, это самое, там, абсурдности коммунистических идей. А наша сила, когда мы как раз вот это самое, это должно вместе быть. Это одно без другого невозможно. Вот тогда вот это по-ленински, вот это по-сталински. А как это понять? Как вот осознать, чтобы вот где нас обманывают? Изучать, товарищи. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Только изучать. Вот я вот здесь вот настойчив, понимаете? Вот мне говорят, а к чему вы, Ренат, призываете? Призываю к просвещению. Вот я просто призываю вас самостоятельно изучать.
А когда уже сами начинаете разбираться, способствуйте тому, чтобы окружающие у вас люди тоже начинали изучать самостоятельно. Иначе конца и края вот этому ограблению и так далее не будет, не настанет. Потому что немало тех, кого устраивает, по сути, статус-кво, которые стоят над нами и все остальное. Просто вот, знаете, это как вот лошадей гонят там и все остальное. Вроде вот это самое, чтобы уж до смерти тоже не загнать, немного так чуть полегче и так далее. Да? Но при этом, при всем, они их всегда хотят быть верхом. А мы что, на уровне животных, понимаете? Куда нас направят? Какие нам там мысленки подкинут, чтобы мы туда, в общем, шли? Поэтому и пытаются таких великих людей, и как Ленин, как Сталин, вот так вот в стороны развести, опорочить их имена и так далее. Но при этом, при всем, товарищи, вот моя позиция, что не надо уходить в крайности. Надо великих классиков изучать, но ни в коем случае не обожествлять. Потому что вот есть люди, которые вот, например, ходят прям с плакатами Сталина. Сталина вообще не читают. Вот не читают и все. То есть для них уже это Сталин — это определенный образ. Причем если с ними разговариваешь по разным вопросам, там, и то, что касается экономики, и то, что касается, в общем, национального того же вопроса, и так далее, и так далее. И они вторят кому? А то, что навязывают оппортунисты. А по сути, в глубине своей, это вода-то на буржуазную, на мельницу как раз угнетателей и эксплуататоров, а не на нашу никак, товарищи, мельницу. Здесь вот это очень важно понимать. И не только, конечно, перед днем рождения нашей любимой советской родины такие вопросы надо поднимать, но перед такими датами это с удвоенной силой, с утроенной ответственностью. То есть не просто, да, какую-то отсебятину напороть. Вот этого хватает на просторах интернета вот так, понимаете, всего. Каких-то абсолютно идиотских концепций там, понимаете, бреда. Где вот только вот чуть-чуть углубился, понял, там просто вонючий, липкий, гнойный шовинизм. А по сути эти, которые вот это фашисты, понимаете. Поэтому они так ненавистно относятся к нам, большевикам, коммунистам. Само собой, потому что если мы исторически посмотрим, где только силу набирала вот эта вот фашистующая клика, она сразу начинала расправляться с кем? С нами, с коммунистами всех стран. Потому что коммунисты, большевики, само собой, это убежденные последовательные интернационалисты. Только так и никак иначе. Но при этом самым уважительным, самым трепетным отношением к многовековым нашим культурам, обычаям. Потому что если это обычаи, которые, например, это самое, не противоречат, например, жизни с другими народами. Если противоречат, надо от этого, само собой, избавляться, пересматривать и так далее. А есть прекрасные обычаи. То, что, например, касается там названия имен и так далее, огромное количество. Там и свадьбы, там и похороны. Это тоже очень важно. И просто надо это уважать. Более того, у нас ведь планета, она такая многоликая, и тем самым человечеству прекрасно и интересно. А вот превращаться просто в дуболомов, урфинджусов, вот, чтобы вам это самое надели вот розовые очки, и вы тут самое смотрели. Ну это и есть, говорю, вот это вот шор, вот сейчас видите, вот видите. Вот когда вот так вот, вы там дальше ничего не видите, вот у вас, понимаете, вот у многих, вот как вот программа, которую закладывают, и все. Вот это и есть узкий мир. Страшный, понимаете? Это всегда шовинизм. На какой бы территории это не относится ни к какой конкретной национальности. Узкий мир закладывается. Он имеет много названий. Но это везде узкий мир. Это где люди вот так вот, понимаете, это самое, не могут разобраться. В трех соснах заблудятся, ходят там, блуждают и так далее. А надо разобраться. Разобраться только посредством просвещения. Вот я вот не теоретик. Я вообще простой советский человек. Мне хотя бы вот десятую долю понять вот тех вещей, которые писали такие великие наши учителя. Ведь Ленин и Сталин, они не просто революционеры. Да, они революционеры. Да, они марксисты. Но при этом, при всем, они еще великие мыслители, философы. Люди видели уже новый мир, понимаете? Вот есть такие люди.
Вот да, я простой советский человек. Вот, ну, про мне никогда ни одна мелодия не рождалась. Но я люблю прекрасную музыку. Хорошую, красивую. И классику, и какие даже советские наши мелодии. Блин, вот это то, что сейчас, понимаете, накручивают. Где на самом деле отупление, обыдление. Так, у нас сколько там времени. Так, товарищи, это самое. Давайте уже сегодня с вами буду прощаться. Подписываемся все на канал. Еще раз всех благодарю, кто это самое поучаствовал. Просто смотрю, чтобы не выйти за рамки нашего эфира. Так, уже следующий эфир проведем в первых числах января. Ну, вступайте в описании, ссылка в сообщество МССР, там все заранее и так далее. И подписывайтесь на мой тоже авторский канал, там ставьте вот этот колокольчик, и само собой у вас будет оповещение. А вот конкретно сейчас число не буду называть, потому что тоже есть определенные планы, и эти планы зависят не только от меня. Еще раз, товарищи, это самое, всех с наступающим днем рождения нашей советской Родины, с днем образования СССР, изучаем Ленина, изучаем товарища Сталина и слушаем прекрасные песни. Да. Родина у человека одна. Просыпаются степи в цветении, а над ними полнеба в заре. Знаю я, повезло мне с рождения, я родился на этой земле. На земле заревой человечной, омываемой ширью морей. На земле величавой вечной, на земле легендарной моей. Я иду по знакомым просторам, по любимой земле прохожу. По надежной земле, на которой полной грудью живу и дышу. На земле заревой человечной, омываемой ширью морей. На земле величавой вечной, на земле легендарной моей. Встретят счастье свое наши дети, а потом дети наших детей. На земле самой лучшей на свете, на земле самых мирных людей. На земле заревой человечной, омываемой ширью морей. На земле величавой вечной, на земле легендарной моей. На земле заревой человечной, омываемой ширью морей. На земле величавой вечной, на земле легендарной моей. Родимая земля, дороже нет земли,
тепло ее в душе у нас хранится. Особенно когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она одна поверит и поможет. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Как в детстве я хочу прижаться к ней щекой, иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее. Когда-нибудь хотелось бы попозже. Земля моих отцов, земля родных людей, любовь моя, забота и награда. Наверное, земли есть и краше, и теплей. Наверное, есть, но мне других не надо. Наверное, земли есть и краше, и теплей. Наверное, есть, но мне других не надо.